Одно из базовых упражнений на баланс – это удержание мяча на подъеме ноги. Элемент помогает развить чувство мяча и координацию, а также учит футболистов умению напрягать носок. Начинаем с простого. Пробуем зафиксировать мяч на прямом подъеме руками. Ставим его на то место, где находится шнуровка. Мяч упирается в две точки – в подъем и в голень. Для хорошей фиксации нужно вынести ногу чуть вперед, перед опорной, и не отрывать пятку от земли. Затем, когда стало получаться, отрываем пятку и поднимаем ногу вместе с мячом. При этом важно удерживать равновесие с помощью рук. Следующий шаг – повороты с мячом на ноге. При желании можно попробовать развернуться вокруг своей оси. Когда игрок научился хорошо фиксировать мяч, усложняем задание и пробуем закатить его с земли. Движение должно быть плавным, а принимающая нога вынесена чуть вперед. Упражнение еще сложнее – поймать мяч на подъем и удержать его. Как мы видим, баланс на подъеме – это полезное упражнение для более легкого освоения других элементов, в том числе приема мяча. Базовое удержание на подъеме ноги мы рекомендуем тренировать уже с возраста в 6-7 лет. При этом не обязательно предварительная подготовка в секции. Пробовать данное движение могут даже те дети, которые до этого не занимались футболом.